Экспо в Астане посетит президент Германии. Это первый визит Франк-Вальтера Штайнмайера в Казахстан в качестве главы германского государства. Ожидается, что президент ФРГ примет участие в презентации национального павильона Германии 12 июля на выставке Экспо. В Астану уже прибыла большая делегация, в числе которой политики, инвесторы, предприниматели. Они уверены, что после этого визита сотрудничество между Казахстаном и Германией станет еще более тесным и плодотворным. Германия с нетерпением ждала Экспо 2017 в Астане. Нас очень вдохновляет то, как вы реализуете этот масштабный проект. Тема «Возобновляемая энергия» очень актуальна. Немецкое энергетическое агентство проводит конференцию. Мы презентуем здесь свои возможности и наш богатый опыт, который мы имеем. А также хотим поговорить с нашими коллегами о взаимообмене и о совместных проектах.